Привет, а с вами Света, и я сейчас делаю цветочек. Как сделать? Вот делаем из атласной ленты для лепесточков. Восемь кусочков 3 на 3. Самые вот обжигаем их так над огнем, чтобы они не так вот слились. Из атласной. Самые маленькие убираем. Вот. Также мы вот лепесточки один на один, ну треугольнички, два один на один и другой один на 1,5 сантиметра, то есть стороны 1,5, низ меньше. Вот, и также обжигаем, чтобы низ свелся как бы в одно. Вот, а само просто против осыпания. Также серединку мы просто вырезаем, самую ближайшую часть, но это где-то 0,5 сантиметра, надо отрезать нити, вот так вот, не так, а так, вот, и слепить ее воедино, вот, кусочком, то есть сначала против осыпания, потом закрутить, вот, и сложить пополам. Будем делать дальше. Вот это мы склеиваем так. Берем самый большой, на него каплю клея и склеиваем пистолетом. Вот и склеиваем. И так дальше идем. Покажу для наглядности. Вот. Приклеили. И вот этот вот тоже. Сюда вот так. И так вместе. Соединительный я покажу, как сделать. Наклеиваем всего 6 таких вот кружочков. Вот соединительный. Я приклеила, как обычный. Вот. И почему первый был самым большим? Потому что тут понадобится много. Вот. Берем капельку, то есть. Топим. Вот так вот. И соединяем. Вот так. Вот у нас получился цветочек. А внутри не очень он красивый. Поэтому нам понадобится взять большую часть, которая у нас осталась. Два маленьких самых. Вот. Но та, которая побольше, то взять. А если нет побольше, то уберите любую. Вот, и вот так вот, вот сюда, на выпуклую часть, чтобы оно образовало такое гнездышко. Вот, приклейте его ко всем лепесточкам, чтобы не было видно дыры, если она у вас есть. Вот, теперь в это гнездышко мы будем приклеивать серединку. Вот, серединку, если надо, можно обрезать чуток. Мне вот ее надо немножечко подрезать, чтобы она чуть поменьше была и покрасивее. Вот. Не забудьте обжечь ее против осыпания. Под конец. Вот, теперь, конечно же, топим наш клей, макаем в самую серединку. Ой, у меня срезало. Сейчас я налеплю, и вы дальше увидите, как делать. Это быстро налепляется, так что долго ждать не придется. Вот, берем, топим серединку. Можно на саму серединку, можно на гнездышко. Вот. И влепляем в само гнездышко, которое у нас получилось. И у нас получается вот такой симпотненький цветочек. Теперь дело за малым. Нам нужно сзади для красоты, как бы, и для прочности
Вот прилепляем, если у вас что-то отрепостнено. И сейчас прилепим вот эту на заднюю, посередине. Теперь каждую пару, то есть маленький с большим, мы склеиваем, но так, чтобы маленький был чуть подальше, вот так вот. И клеим на цветочек по бокам. Который поменьше приклеиваем прям к цветочку, а большой оставляем висеть. Вот что должно получиться. Вот. Теперь мы будем должны вот тут вот сделать, вырезать полосу зеленую и наклеить. Но это по желанию. И сейчас мы будем приклеивать резиночку. То есть берем также расползаем, клеим его сюда хорошенько и приклеиваем резиночку. Вот так вот. Вот. Не обращайте внимания на всякие. Вот. И у нас получается такая вот красивая резиночка. Ее можно одеть. Вот, и она прикольная такая. Не знаю, пишите в комментариях, какая вам больше нравится, это или это. Вот, я их делала, как видите, сама, я абсолютно без помощи. Мне только помогли зажечь огонек, потому что как-то мне не хватало сил на зажигалку включить. Вот, вот. Такие цветочки. Вот. Это чуть поменьше, потому что тогда я его делала чуток меньше. Тут я делала 1,5 на 1,5. Здесь я делала, а здесь 3 на 3. А то, каким размером будет, зависит от вас. Вот. И поэтому я просто показала, как это сделать в домашних условиях. Без помощи взрослых. Напоминаю, мне 10 лет, и я смогла это уже сделать. Вот такой вот. Ни на какие рукодельные кружки я не хожу, просто дома. Вот. Как получилось. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Пока. С вами была Света.